Так, убрал я Squelch, выключил на 0, 145-800. Блин, шумами, но что-то слышно. Вроде же... О, женский голос. Это со спутника, в общем, идет передача. О! Все идеально, что это значит? Это так, как нам отлично. Все было именно в точности так, как было на макетах, на тренажерах. И так как все прошло все здорово и отлично, я пока не вижу, что там можно изменить. Следующий. Ух ты, здорово, слышно. Как раз 18.00 спутник пошел над нами. Ну или где-то в этом районе, что ли. Пытаюсь искать положение. Вот так вот. Ну, в принципе, не так долго удается зависать в этом положении, чтобы получше все разглядеть. Но иногда получается порелаксировать. Следующий. Алексей, здесь очень много пыли действительно, а точнее она очень быстро накапливается. Поэтому каждую неделю, раз в неделю однозначно мы делаем уборку, пылесосим все. Протираем влажными салфетками поверхности. И иногда чаще даже пылесосим, например, какие-то решетки лаптопов, сетки вентиляторов. Такое действительно есть. Свободное время я провожу по-разному, но чаще всего получается ли фотографировать, или просто смотреть, наблюдать землю. Иногда раз в неделю, может быть, удается посмотреть там пару фильмов или сериала, какую-нибудь серию. Но в целом, в основном, разгребаешь фотографии, которые набрал за определенный промежуток времени, сортируешь их. Здравствуй, Илья. Хороший вопрос. Да, могут, когда приходят грузовые корабли с Прогрессы, с Байконура, есть возможность тогда небольшую посылочку собрать с земли, если это продукт питания, чтобы обязательно был хороший срок годности, или какие-то сюрпризы небольшие, чем можно порадовать, ну, что-то интересное. Да, есть такая возможность. Прием. То есть это даунлинк идет? Да, Дим, конечно, я планирую, если я сейчас летела на американском корабле, на Дрэгоне, то обязательно мне бы хотелось бы и на Союзе полететь. Ведь не зря же я 10 лет готовилась к этому. Следующий. Аплинк не слышно, конечно же. Потому что направленными антеннами в него стреляет спутник. Шумы уже уходят, походу. Жалко, не слышать уже. Там, по-моему, всего 10 минут же у него пролет идет. Всем три, всего хорошего, счастливо. То лук-то хорошо, то не очень. Уже не спешать. 5 минут уже прошло. Наверное, он куда-то уже далеко ушел. Видимо, антенны направлены на наш плот не какой-то.
входа в центр, вот. Сует. Б2 сует. Это наши, Калининград. Не знаю, наверное, все уже. Не докричится. Спутник ушел. Пять 46. Не, все уже. Полностью не слышать.